Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете «Эль Мундо» признал, что часть европейского общества склоняется к прекращению поддержки Украины. Причиной смены настроения Боррель назвал желание прекратить войну, поскольку не удается выдержать последствия и цены за эту поддержку. По его словам, такое мнение есть в том числе и среди членов на вступление в ЕС. Боррель также подчеркнул, что Россия не собирается сдаваться, но цель состоит в том, чтобы сделать их непродуктивными.